Доброго времени суток. Итак, ко мне. Вы отработали с движением у носа в свободной, спокойной обстановке и при раздражителе. Отработали в положении выше, чем выше морды собаки. В отменах поощряете платье. В предыдущем видео показал следующий этап. Когда вы работаете с мишенью у плеча, Так, дальше вам нужно уходить от наведение, то есть, ну, то же самое с мячом, понятно. Уходить от наведения, то есть мишень уже сверху не будет у собаки, вот, но позицию собака должна сохранять. Для этого, конечно же, нужно прибегнуть к механике, либо поводок. То есть держите уже у плеча, сначала в статике, отводите в сторону. Собака должна смотреть на вас. Отменяете, подкрепляете. Следующим этапом из движения. Отводите в сторону руку. Начинаете двигать. В отмене подкрепляете. Либо хлыстик. То же самое. Отменяете, подкрепляете. То же самое в движении. Убедились, что собака смотрит на вас, не на руку. Начинаете движение. В отмене подкрепляете. То же самое с игрушкой. Подкрепляете, поборолись, если это нужно. Если не нужно, отдали мяч. Встали в основную позицию, перевели собаку. Убираете мишень, собака продолжает на вас смотреть. Подкрепляете. Можно выкидывать мяч, как я показывал в предыдущем видео. Дальше.
Дальше вы добиваетесь того, что уводите собаку от мишени, вот, но собака продолжает держать позицию. То есть усложняете, вводите повороты, развороты, смены темпов. Добиваетесь того, чтобы собака уходила от смотрения на мишень, но продолжала держать позиции. До новых встреч в прямом эфире.